наверное, показать. Ну, сейчас контратака хорошая у чехов. Ягор. Ликует стадион. Рядом с нами кричат чешские коллеги. Ягор гол. 1:15 до конца первого периода. Всеобщее массовое ликование. Ну, несколько десятков человек, наверное, расстроены, а несколько тысяч здесь на трибунах Orange Arena ликуют. Под нами прямо российские болельщики с российским флагом. И они тоже ликуют, болеют за сборную Чехии. Вот это радует или вопрос? А что именно радует в данном случае, ну, Сергей? Как? Что против Америки? Ну, я не знаю, почему они так ликуют. Не против, а за Чехию. За Чехию? Ну, тем более, может быть, эти ребята из Омска. Забросил Ягр. Они Ягр очень ценят и уважают. Я думаю, что братья славяне вот по этому принципу. Собственно, все те же и остались. Перевели дух и продолжили играть. Жидлицкий на синей линии. Один. Слева от него Рахунок. Бросает Жидлицкий. Выбросили шайбу с пятачка. Американцы 15 секунд. Перевод на Ягра. Гол! Яромир Ягр. Сборная США 2-0. Всего одну перестановку не в составе, а вот именно в расположении игроков сейчас сделал Гадамчик. Он поменял двух защитников местами. Рахуника и Жидлицкий. Он Жидлицкий поставил центр, потому что мы уже не раз отмечали. Хороший игрок Рахуник в определенных ситуациях с броском там. Но с пасом у него не... эту передачу последнюю под бросок и должен был делать Ягр. Как раз под Жидлицки. А у Жидлицки супер бросок. И он очень здорово бросает сходу. И вот это принесло свой результат. Да, бросал Ягр, но в принципе вот эта перестановка имела важнейшее значение. Потому что вот он подозвал, помните, как раз из шлема что-то ему приложили, по-моему, там холодный там лед, снег, затылку. Сотрясение-то было, но, к счастью, опять же, это удар в плечо был. Его встряхнуло сильно, но... Сотрясение плеча, это не сотрясение. Но все равно организм мы видели прямо здесь. Пострадал. Будь это голова, можно было бы прикидывать разные негативные варианты. Ну, а так... Ну, а так будем они будут надеяться, негативные, что в следующем матче он уже сможет появиться. На это рассчитывают, да. Но, к счастью, для чехов еще... Собственно, речь шла даже про то, что Гавлот будет участвовать сегодня в игре. А вот и хет-трик. Ну, бейсболки будут лететь на чешском. Я думаю, что вы забили и шапки, и кепки. Вот уже полетели. Как-то немного, кстати. Шарфы. Все, видимо, имеющиеся под рукой предметы туалета с чешской символикой. 4-0 в пользу сборной Чехии. Сборная Чехии и сборная США 4-0. Яромир Ягр, сборная США 3-0. Забрасывал Ягр сегодня в большинстве. И до того, тогда играли 5-3, забрасывал Ягр в равных составах, забросил теперь при игре 5-4. Ну, вряд ли успеет забросить еще одну, да я думаю, более чем достаточно. Пас отдавал Плеканец. Двухходовка. Ягр Плеканец нет. Вот, улыбается Гадамчик. Да, у Гадамчика наконец уже сейчас хорошее действительно настроение. Ну что?